прям не хочу вас облить каким-то оптимизмом, на самом деле, но в принципе жизнь продолжается. Не так много компаний, на самом деле, которые 25 лет в нашем городе на этом рынке существуют, могут ли похвастаться. Мы хвастаемся не тем, что наша компания 100 лет была, а тем, что выставка 100 лет была. При такой регулярности за последние годы больше 10 лет мы работаем один раз в месяц. Это единственное на сегодняшний день в России мероприятие в таком формате, которое осталось достаточно чистым, которое не позволяет засорять себя крупными какими-то товарами, носками, продуктами, салом и тому подобное. Поднимайте камеру, чтобы не видел его. Вот так вот сверху. Да. Мне больше всего понравился вот тот. Низ пиза. И гора камней. А мне нравится вот эти вот. Абсолютный раритет. То есть вот ты один только такой. Это вот в этом момент. Не нужно гитару достать. А он откуда? Бразилия. Это все бразильский агат. Блик у вас, вы его так сверху снимаете. Вот так поворачиваете. Вот чтобы бликов. Да, а он совершенно непрозрачный, черный. Вот там есть еще вот такой, но тот еще так цвета тоже почти непрозрачный. Ну, а это вот, это кахолон выполняющий, тоже он совершенно непрозрачный. Вот такие пейзажи. Вроде бы агат ты как ни о чем. Композиционная. А вот не валяшка там. А вот тут айск, еще что-то там. А вот поли камерный, многокамерный.